Всем привет. Всем, да, всем спасибо большое. Хотим сказать, что вы сегодня дошли и что целый день усиленно думали и работали. Вообще получился, мне кажется, офигительный результат у всех, у каждого. И каждый сегодня вложился. Вот, за что хотим сказать вам огромное спасибо. Вот, надеемся, не последний раз мы так собрались. Вот, давайте, да, попробуем. Ну, от себя, как сторонний судья приглашенный, я скажу, что да, молодцы, что вообще это все организовали так очень быстро и оперативно, и классно. Надеюсь, всем понравилось. С своей стороны, да, я и участвовал в хакатонах, и проводил хакатоны. Я понимаю, как это вообще сложно за такой короткий промежуток времени хотя бы что-то сделать, вообще понять, особенно если там новая технология. Так что на этом уровне то, что вы сделали, прямо супер круто. Мы вот достаточно долго совещались, и прям вот была жесткая борьба за места. Вот, но все-таки мы все пришли к консенсусу и хотим сейчас объявить. Аня, я думаю, давай. В общем, я спасибо. Так. Да, значит, первое место у нас... Давай с конца, самое интересное. Давайте с конца. Хорошо. Собственно, ребята, которые писали покер, выходите. Смотрите, вообще мы рассчитывали на три места. Была жесткая конкуренция. Вы получили четвертое место. Я вам все равно призовываю, потому что такие крутые. Спасибо. Поэтому, да, приз. Поэтому у нас за четвертое место один приз. Классно. Да, держите. Но вы доделываете, приходите на следующий наш хакатон и получите все остальные призы. У нас к вам просьба. Мы на самом деле вам очень благодарны и хотим о вас рассказать в соцсетях. Поэтому выложите фоточки, чтобы нам было о чем рассказывать. Обязательно. Напишем в Твиттер, везде, все. Да, сейчас фоткаемся. Да. Я и видео выложу. Давайте я вас сфоткаю. Дима поможет. Не знаю. Ань, вставай рядом. Все, я на фотку. Похлопаем еще раз. Итак, третье место держи котик, спасибо. Третье место ребята, которые делали DEX, децентрализованную биржу. Выходи. Выжили не все, зарегистрировалось четверо человек, но мы говорили, что команды должны быть размером 3 человека, поэтому, собственно, 3 приза вам. Поэтому вам 3 приза получается. Держи, передавай друзьям, коллегам. Ну, идея правильная, поэтому вы молодцы. В правильную сторону двигайтесь, и это очень актуально. Так что... Да. Давайте делаем, нам вопросы на взгляд. Спасибо. Выкладывайте код. Присылайте, что у вас есть. Хорошо, спасибо большое. Второе место достается ребятам из Mixbytes за VRF. Реализацию. У вас... Ну да, вы молодцы, вы взяли такой хак. Самую сложную достаточно задачу — интеграция C-библиотек, так что... Ну и честные случайные числа тоже нужны. Да, и спасибо за лекцию про VRF. Прямо рассказал всем, как... Посмотрите сюда. Отлично. Супер. Обязательно докомпилите, чтобы оно запустилось. Так, и первое место у нас разделилось на две части. Его получили... Стой, знаешь, вот ребята прям с большим отрывом, ребят, вот прям уж молодцы. Вот, да, вот. Тут как бы не было все... неоднозначности не было, отрыв был действительно большой от второго и третьего места. Собственно, получили его ребята за коллаборейки ПА. И Саша, ребята, которые делали бэкенд для игр. Игрушки, для игрушек. Да. Геймдев победил этот раз. Да, как обычно. Так, у вас самые большие призы. О, как у вас много людей. Геймдев-то еще. Не умеет черный. Я держу.
А что это такое? Это коробка! А, коробка, класс! Нет, чуть-чуть. У него синяя коробка. Это механические клавиатуры. Вот. Нет, с клавиатурами понятно. Надеюсь, что вам на них будет приятно и не слишком шумно печатать. Играть. Приложение по игре. Играть в игры, да, конечно. Соседи наушники теперь. Молчи, клава, мака, ничего. Ребят, там, где вы смогли использовать, прямо молодцы. Скажите ура. Концепции супер крутые, молодцы. Здравия. Ура! Теперь все. Можно здесь. Ну давайте выходите все. Можете все выйти.